Только косметику не трогай. Маргит, если я твои штаны испачкаю, ничего страшного. Я сейчас напишу Маргит на подружке. Что ты пишешь? Да. Ты. Я тут против. Ребят, всем привет! Всем привет! Сегодня мы решили устроить челлендж. Мы поменяемся вещами на целый день. У нас сейчас утро. Мы только что проснулись. Нам нужно собираться в школу. Мы будем одеваться. По правилам мы должны поменяться одеждой. Ну что, поехали? Сейчас я посмотрю, что я надену. Есть Ксюшина одежда. Я выбрала вот такую кофточку. А я выбрала вот такую. Эти. Ну что, мы будем переодеваться. Ну что, ребятки, мы переоделись. И вот что у нас получилось. Ксюша выбрала вот такую одежду. И она ей, в принципе, как раз. И я выбрала вот такой костюм. Сначала я выбрала джинсы, но потом передумала. И мне оказался как раз этот костюм. Нам уже пора в школу. Теперь мы будем меняться рюкзаками. Это Маргаритный рюкзак. Мы только переложим наши тетради. Как мы не можем поменяться классами? Это просто невозможно. А пеналом и ланчбоксом мы поменяемся. Ну и рюкзаком. Обуваемся. Я обуваю Маргаритного. 36-й размер. Они небольшие. Все. А Маргариты моя куртка будет маленькая. И шапку ее. Все, теперь я Маргарита. Какие короткие рукава. Ой, шапочка. Рюкзак. Ну что, ребятки, мы побежали в школу. Увидимся позже. Пока-пока. Пока. Ну что, ребятки, вот мы и вернулись со школы. Ну как, Ксюш, понравилось в моей одежде ходить? Да. Надо, наверное, почаще меняться. Сегодня мы поменялись абсолютно всем, даже всеми нашими вещами. А это значит, что я могу трогать все твои вещи, смотреть твои секреты. А мы должны телефонами поменяться? Какой тебе пароль-то? Мне нравятся твои игры, я скачаю новые. Ну, как хочешь, а я буду играть в мальчонок. Домино. Нет. А, нет. Посмотрим, что тут у Маргариты. Украшения. Помады. Попробуем. Так, это мы слышим. Что ты так трогаешь? Слушай, мне сегодня можно. Мы поменялись. Ну тогда я пойду к тебе. Мне все равно нет много вещей. Просто чешется. О, сейчас я накрашусь. Ты там косметику не трогай. Так. Вау. Аккуратнее с моими вещами. Пользуюсь духами. Ледяная рожка. Сегодня это все мое. Так, душки. Так, каким мне помазать? Возьму то-то. На кого-то. Проси, Ксюш. На себя накрасила. Ну что, я накрасилась. Ой. Где у нее здесь лака? Вот это возьму. Маргит, если я твои штаны испачкаю, ничего страшного. Только попробуй. Хорошо.
спустила. Я тоже возьму твою пенку. Нет. Побольше. Нет, ты что? Так же, как и ты. Не трогай больше ничего. Твою тоже не буду трогать. Ты там это беспорядок не делай. А боже. Я не делаю. Теперь нужно надеть украшение. А вот тулочка. Маску к себе. Хочу браслетик. Так, еще хочу вот этот чокер. Все. В обычный день она бы мне это не разрешила сделать. Но сегодня не обычный день. Значит, можно. Ну, раз Ксюша трогает мои украшения, я буду трогать ее украшения. Браслет. Я хочу кулончики, а тут только браслетики. Как раз к моему костюмчику. Все. Классно. Браслетик. Еще браслетик. Тебе немного. У меня никогда не много. Ты что так накрасилась? Куда идешь? На свидание. Кошелечек. Может быть, там денежки, но нет. Не повезло. Наушники подойдет. Сейчас я буду снимать видео в ТикТок на маркетинговой страничке. Она на моей. Сейчас я найду песню. Все, отправляю. Теперь моя очередь. Сейчас я выберу песенку. Все, я выбрала песенку и сейчас буду делать клип. Меняем место. Выкладываем. Все, видео загрузилось. Наверное, подписчики сейчас не поймут, в чем дело. Почему мое видео Ксюша, а Ксюша на моей страничке. Ребят, мы поменялись кроликами. Щипит. Щипит. А, мама. Он тяжелый. Он кушает. Не обращай внимания, не обращай. Ой, не скажи. Пучка, это ты. Ты красивая. На маркетинге. Маргарита, я буду твоей подружкой писать. Я сейчас напишу Маргаритиной подружке. Ich bin jetzt auf dem Markt und die ist aber auch ein von mir und die. Кому ты написала? Она. Сегодня же это мой телефон. Значит, это мои подружки. Илка. Что ты пишешь? Ла... Ты. Нет, он против. А ты никому не можешь написать. Ну, хватит уже писать мою подружку. Почему? А? Вообще-то это сегодня мы. Все, что твое, мое. Дай. Хочу лучше это. Все уже мне нравится. Не хочу. Мы собираемся спать и будем меняться пижамами. Щетками мы не менялись. Потому что это делать нельзя. Отвратительно. Ну что, вот мы и переоделись. Поменялись с нашими пижамами. Мне оно немножко маловато. А теперь спать. Сегодня я буду спать внизу, а Ксюша наверху. Я уже тут.
и а мы будем спать. Наш челлендж заканчивается. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайк. И мы будем спать. Пока-пока, ребят.